Привет, мои дорогие вязальщицы, вы на канале Пара Сплитс, с вами Тоня Февралева. Сегодня я вам покажу вот такую идеально ровную кромку. Посмотрите, смотрится очень круто. А вы тем временем, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поддержите меня лайком. И напишите еще что-нибудь в комментариях хорошего. Вяжется такая кромка во всех рядах одинаково. Первую петлю мы снимаем вместе с накидом. Дальше вяжем по рисунку. А в конце мы провязываем эту петлю вместе с накидом лицевой за переднюю стенку. Еще раз покажу. Смотрите, я снимаю первую петельку и накид делаю. Дальше по рисунку. И последние две петельки я провязываю вместе лицевой. Вот так вот нехитро и так интересно и красиво, а главное ровно получается у нас вот такой вот край красивый. Дорогие мои, спасибо, что были со мной до конца. Я вам очень благодарна, что смотрите мое видео, что я не зря стараюсь. С вами была Тоня Февралева. Я всем желаю всего хорошего и до новых встреч!